Друзья, всем привет! С вами Николай, и я рад вас приветствовать у себя в гостях. Давненько не виделись. Сегодня на обзоре у меня будет серебро Германской империи. Монета двухмарочница, красавица, юбилейка. Посвящена она 500-летию университета в Лейпциге, одного из самых старинных университетов Германии. Монета прекрасная, монета классная, атласная, и можно еще долго рифмовать, но я, пожалуй, не буду. Аверс у монеты с двумя Фридрихами, взглянем на него еще отдельно, а на реверсе у нас стабильно герб. Очень красивая монета. На заднем фоне Фридрих постарше, которому уже 500 как лет стукнуло, ну с учетом возраста монеты целых 600. И это Фридрих, при котором университет был основан. Ну и правитель Фридрих Август, который правил в период 1909 года, по крайней мере. Гурт монеты самый обыкновенный, нет надписей. На трех марочниках, например, на пяти марочниках написано «Бог с нами», на двушке такого нет. Герб стандартный, новый, красивый, замечательный. Буду пополнять такие монеты, помимо современных инвестиционок, которые в последнее время все чаще и чаще у меня, будут такие немки, Российская империя, ну и вообще, если какие-нибудь монетки мне приглянутся, я буду стараться периодически подбирать. Друзья, я поздравляю вас с наступающими праздниками, желаю всех благ, пусть у нас будет мир, счастье, добро, любовь, пусть коллекции пополняются, серебро пусть прибывает. И на этом буду заканчивать. Всем пока!